Ближе надо. А вы это хотите? Можно. А это вы не хотите? Не будете, да? Или это где мой парень? Очки другие, да? Вот эти вдали. Вот это, наверное, лучше. Да, посмотрим. На. Вы попробуйте их. Как? Вот так лучше. Получили. Я взял другие очки. Ну, погодите, еще только одна просьба. Свободнее и пожалуйста, не торопясь. Детям тут можно. И всего 3 странички. Куда смотреть? Если есть возможность паузы, то сюда. Прямо в камеру. Туда смотри. Ну, вы смотрите на текст, конечно. И вот чуть-чуть повыше, это уже хорошо. Да. И погромче надо подвинуть. Это... А, вы тогда. Значит, как только от текста отойдете немножко, так повыше взгляд в камеру. Только и всего. Можно начинать? Можно. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Поздравляю всех вас с Новым годом. Организация Объединенных Наций, которая объединяет почти все государства Земли, решила провозгласить его годом ребенка. Это очень хорошее, правильное решение. Ведь дети – это наше будущее. Им придется продолжать дело своих отцов и матерей. Они, я уверен, сделают жизнь на Земле лучше и счастливее. А наш долг – постараться, чтобы дети всех народов не знали войн, чтобы у них было спокойное, радостное детство. К сожалению, сегодня на Земле еще во многих местах гремят выстрелы, льется кровь, гибнут не только взрослые, но и дети. Много еще детей умирают от голода и болезней. С этим нельзя мириться. В Советском Союзе мы стараемся сделать все, чтобы годы детства были здоровыми и счастливыми. Мы создали и продолжаем создавать, строить тысячи и тысячи светлых, удобных детских яслей, детских садов, школ. Мы стремимся научить детей добру, дружбе, научить их жить по-добрососедски, со всеми людьми, любой национальности и цвета кожи. Научить их уважать труд и уметь трудиться на благо всех людей. Дорогие ребята, мальчики и девочки, придет время, вы тоже станете взрослыми, и тогда забота о будущем ляжет на ваши плечи. А пока желаю всем вам здоровья, счастья, мирной и радостной жизни. Да. Да, и не на меня потом, а сюда. Посмотреть подольше в камеру. Когда кончите читать, то подольше посмотрите в камеру.
И больше пауз, просто не торопитесь. И если руками что-нибудь сделаете, тоже неплохо. Да у меня нет ничего, я бы что-нибудь мог бы... Хочешь записать книжку, подержи. Ну ладно, можно карандаши, да, только не стучите карандашами. А? Только не стучите карандашами. Будет поспособно стучать. Вот хорошо, да, вот это хорошая книжка. Вот чудно. Ну что, начнем, да? Пожалуйста. Туда. Здравствуйте, дорогие юные друзья! Поздравляю всех вас с Новым годом! Организация Объединенных Наций, которая объединяет почти все государства Земли, решила провозгласить его годом ребенка. Это очень хорошее, правильное решение. Ведь дети – это наше будущее. Им придется продолжать дело своих отцов и матерей. Они, я уверен, сделают жизнь на Земле лучше и счастливее. А наш долг постараться, чтобы дети всех народов не знали войн, чтобы у них было спокойное, радостное детство. К сожалению, сегодня на Земле еще во многих местах гремят выстрелы, льется кровь, гибнут не только взрослые, но и дети. Много еще детей умирают от голода и болезней. С этим нельзя мириться. В Советском Союзе мы стараемся сделать все, чтобы годы детства были здоровыми и счастливыми. Мы создали и продолжаем строить тысячи и тысячи светлых, удобных детских яслей, детских садов, школ. Мы стремимся научить детей добру, дружбе, научить их жить по-добрососедски, со всеми людьми любой национальности и цвета кожи, научить их уважать труд и уметь трудиться на благо всех людей. Дорогие ребята, мальчики и девочки, придет время, вы тоже станете взрослыми, и тогда забота о будущем ляжет на ваши плечи. А пока желаю всем вам здоровья, счастья, мирной и радостной жизни.